Адмиральский сквер Владивостока с наступлением лета изменился до неузнаваемости. На голых газонах вдруг распустились целые клумбы благоухающих цветов. Радуют глаз и нежные бутоны японского рододендрона, и утонченные кусты молодой сирени. Это растение рода очеток. Это сейчас цветы еле видно, но через несколько лет ползучие стебли разрастутся и красиво заполнят вот эти пустоты. А ведь всего месяц назад на месте цветущих кустов была лишь груда камней. Сотрудникам банка Приморья, которые гуляют здесь почти каждый день, пришла идея преобразить парк, добавить в него ярких красок. Вот прям захотелось добавить красок, потому что этот сквер, он достаточно природный. Если вот так посмотреть, в основном деревья, да, очень такое природное и натуральное. Ну и хотелось какое-то яркое пятно сделать, это во-первых. И в то же время не нарушить вот эту целостность сквера. Я думаю, у нас получилось. Притворить идею в жизнь банку Приморья помогла городская администрация. Совместными усилиями подготовили ландшафтный дизайн, привели в порядок территорию и высадили растения. Вместо навала камней теперь в сквере цветущая альпийская горка. Сначала зацветет форзиция. Это наши первые кусты, да, которые зацветают желтым цветом. Потом на смену ей придет рододендрон, сирень Мейера, далее зацветут гортензии, их поддержат розы. И таким образом цветение продлится до самых заморозков. Каждый день сотрудники все банка, я лично, выходим, гуляем, проводим здесь очень много времени. Сквер данный является излюбленным местом горожан, гостей города. Находится напротив нашего головного отделения, поэтому совершенно очевидно, что мы выбрали данный сквер. В этом году банку Приморья исполняется 30 лет. В честь юбилейной даты сотрудники запустили благотворительную акцию «30 добрых дел». В их числе не только благоустройство сквера, но и поддержка приморских спортсменов и шахматистов, помощь участникам специальной военной операции. Коллектив готовит еще один сюрприз для горожан. 15 июня откроется увлекательная выставка, посвященная богатой истории объекта культурного наследия, в котором и располагается главный офис банка Приморья.